Вслед за Казагро счетный комитет проведет проверку всех компаний квазигоссектора. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала глава ведомства Наталья Годунова. По ее словам, соответствующий отчет будет представлен главе государства в конце этого года. Сейчас счетный комитет отслеживает процесс трансформации Казагро и в декабре вместе с правительством будет оценивать, насколько эффективно проведена работа по реорганизации холдинга. Напомню, что в квазигосударственном секторе страны действуют 3 национальных управляющих холдинга, 1 холдинг и 19 нацкомпаний, которые в своем активе имеют порядка 500 дочерних организаций. По данным Комитета по статистике, по итогам первого полугодия текущего года задолженность по обязательствам 17 нацкомпаний превысила 7,5 триллионов тенге. Надеемся на то, что все-таки эту реорганизацию, трансформацию, скажем, Казагро правительство доведет до конца. Мы за ней очень пристально следим. Сейчас есть поручение президента, которое он дал в послании по анализу квазигосударственного сектора. В декабре месяце мы будем президенту докладывать, и в том числе по Казагро. То есть мы посмотрим, какие меры правительством приняты.